Береговая охрана Ливии задержала 6 лодок, в которых находились около 650 нелегальных мигрантов. Среди них было много детей. Большинство беженцев – выходцы из африканских стран – Сенегала, Кении, Нигерии, Мали и Нигера. Все эти люди хотят попасть в Европу, и Ливия давно уже стала для них крупнейшим перевалочным пунктом. А после свержения Муаммара Каддафи поток людей из страны вырос в десятки раз.